Ага, кажется, я кое-что нашел. Еще один новичок. Тоже за золотом, да? За золотом? Не пытайся обдурить меня. Все, кто приходит сюда, хотят попасть в шахту. Но не думай, что это будет легко. Немедленно! Там ничего нет.
как дела? Ты хочешь узнать, как у меня дела? Я тебе расскажу, как у меня дела. Сначала какие-то пираты привезли меня сюда, в шторм. Я обболевал всю их посудину. Затем ворон запер шахту, потому что какие-то идиоты слишком сильно хотят золота. А затем Франко стал командиром охотников и убивает всякого, кто против него. Я бы сказал, что дела идут отвратительно. Ты можешь научить меня кое-чему? Я многое знаю про кровавых мух. Я ненавижу этих гадких тварей даже больше, чем я ненавижу Франко. Но я знаю, как отрывать от них жало и крылья от этих мертвых тушек. Да, отрывать от них. Кроме того, я знаю, как выделять секрет из оторванных жал. Если хочешь, я могу научить тебя всей этой фигне. Конечно, я ничего не буду делать бесплатно. По поводу кровавых мух. Что бы ты хотел узнать? Как добыть секрет из жала кровавой мухи? Разрежь верхний слой жала вдоль, тогда лечебный секрет и вытечет. Это совершенно безопасный способ высосать его из жала. Или использовать его для лечебного зелья. По поводу кровавых мух. Что бы ты хотел? А как отделить крылья? Схвати их одной рукой. Другой просто отрежь их по внешней стороне кожи. Как оторвать жало от мухи? Переверни дохлую тварь на брюхо и разрежь ее крест-накрест. Схвати внутренности и разрежь ткани вдоль всей спины. После этого ты сможешь выдернуть жало резким движением. Как Франко сделался старшим? Очень просто. Убил Флетчера, который был командиром до него. Флетчер был свой парень, а Франко просто загонял нас. Возвращайся в море, пират! Там ничего нет. Thank you.
хочешь еще раз сразиться со мной, да? Что ты здесь делаешь? Ищешь что-нибудь? Растения. Я ищу растения. Большинство из них можно использовать. Многие растения имеют лечебные свойства, а из болотной травы получаются отличные косяки. До того, как я попал за барьер, я работал алхимиком. А почему ты оказался за барьером? Я много работал над зельями, воздействующими на разум. Однажды вечером мой начальник Игнац выпил результат моего эксперимента вместо своего вина. Это сделало его непредсказуемым на некоторое время, и с тех пор он немного не в себе. За это маги бросили меня за барьер. Исследование запрещенных знаний, вот как они это назвали. Ты можешь научить меня кое-чему? У меня нет времени. Мне нужно зарабатывать золото. И пока я не могу попасть в лагерь, я живу, продавая растения. Но если тебе нужны зелья, у меня пока еще есть несколько. Давай займемся делом. Эй, что ты здесь делаешь? Ты хочешь попасть в лагерь? Да, я... Меня не интересует, кто ты такой. Меня зовут Франко. Я здесь командую. Если ты будешь хорошо работать, я отправлю тебя в лагерь. Стражник Рамон может тебе сказать, нужны ли в лагере новые люди. Поговори с ним. Возможно, я говорил тебе раньше. Этого я тебе сказать не могу. Возможно, я говорил тебе раньше. Ничего так не смог. Все возможно об этом раньше. Если бы это станет, все было бы по-другому. Им стоило лучше подумать. Я бы так сделал. Они все разбежались, как крысы, и я остался совсем один. Так может продолжаться вечность. Я бы так не смог. На твоем месте я бы этого не делал. Опять то же самое. Эй, чего тебе нужно? Не могу вообразить, что у тебя есть разрешение на проход в лагерь. Меня послал Франко. Он хочет узнать, не нужен ли кто-нибудь в лагере.
Да, нужен. Вчера еще один парень дал дуба. Этот идиот поссорился со Стебаном. Кто такой Эстебан? Командир нижнего лагеря. Он определяет, кто пойдет в шахту. Так что скажи Франко, что Торусу нужен новый человек. Понял? Торус? Сам Торус? Да, сам Торус. Тот, кто принимает новых людей. Тот, кто решает, когда новый человек уходит с болота и приходит в лагерь. Может, ты хочешь сказать, что ты и раньше был знаком с Торусом? Ну, да. Послушай, все знают Торуса. И это значит, что ты не попадешь внутрь. И я даже не пошлю ему весточку. Я тот новый человек. Эй, не пытайся меня обдурить. Все равно... Эй, ты! Торусу нужен новый человек. Хорошо, я позабочусь об этом. Минуточку. А как же я? Ты еще ничего не сделал. Я сделал довольно много. Вот только ты об этом не знаешь. Ну хорошо. Тебе нужен шанс. Ты его получишь. Тащи свою задницу к Логану. Его замучили болотные акулы. Помоги ему расправиться с чудовищами. И считай, что ты в лагере. Где мне найти Логана? Если ты стоишь лицом к входу в лагерь, то тебе надо идти налево, вдоль скалы. Чтобы встретиться с Логаном, пройди немного вглубь болота. Это все слуги, это не проблема. Почему ты торчишь здесь? У меня проблемы. В данный момент мне лучше не показываться в лагере. Что не так? У меня были хорошие отношения с пиратами, понимаешь? Я всегда встречал ребят возле лагеря и торговал с ними. Я отоваривал половину лагеря. Том, принеси мне то, Том, принеси мне это. А потом вмешался этот ублюдок Эстебан. Что случилось? Эстебан послал одного из своих ребят, Хуана. Этот мерзавец устроил нам засаду. Я как раз собирался заключить сделку с пиратами, когда он выскочил из темноты и сбил меня с ног двумя ударами. Этот парень очень быстр, но недостаточно быстр. Мне удалось убежать от него. И с тех пор ты сидишь здесь? Сначала я зашел в лагерь и сказал Фиско, Хуну и другим, что они могут забыть про свои заказы. И что виноват Эстебан. И если Эстебан узнает, что это я сказал всем, что он виноват, я могу прощаться с жизнью. Поэтому я и не могу вернуться в лагерь. Что еще? А иначе бы я сидел тут и считал камни. Thank you.
Эй! Смотри-ка, новое лицо. Ты пришел просто постоять рядом или, может быть, все-таки поможешь? Меня послал Франко. Он говорит, что тебе может понадобиться помощь. Так что? Болотные акулы начинают подбираться ко мне слишком близко. Самое время прикончить некоторых из них. Давай разберемся с болотными акулами. Ты наконец понял, как здесь нужно себя вести. Приятно слышать. Слышишь? Да, я их слышу. Понятно. И что нам теперь делать? Они приближаются. Они хотят закусить человечиной. Ну-ну, мы посмотрим, кто кого съест. Пойдем. Еще одна тварь. Хорошая акула, дохлая акула. Это будет предупреждением ее собратьям. Отлично. Мне нужно сделать еще что-нибудь? Если нет, я пойду. Иди. И если ты захочешь научиться чему-нибудь еще, ты знаешь, где меня искать. Подожди минутку. Что я получу за помощь? Франко сгноит тебя здесь, если ты этого не сделаешь. Если ты хочешь попасть в лагерь, тебе придется помогать другим. На одних словах ты далеко не уедешь. А кроме того, я могу показать тебе, как разделывать этих зверюг. Но я не думаю, что Франко пошлет тебя в лагерь просто за то, что мы здесь немного повеселимся с болотными акулами. Здесь есть люди, которые уже долгое время ждут возможности попасть внутрь. И следующим, кто туда попадет, буду я. Лучше бы это было так. Покажи мне, как разделывать туши животных. Если ты хочешь научиться разделывать кровавых мух, пойди к Эдгару. Он про них знает буквально все. А если тебя интересуют болотные акулы и ящеры, я могу научить тебя снимать шкуру и вынимать зубы. Я вернусь позже. Нечего взять. Из этого не выйдет ничего хорошего.
Нечего взять. Я помог Логану. Итак, ты победил болотных акул. Следовательно, ты полезен. Но, по крайней мере, полезнее, чем большинство местных бездельников. Я бы не доверял тому, кто тебе это сказал. Случиться. А что насчет золота? Что? Что я получу за свою работу на болоте? А, тебе нужно золото. Ну, конечно. Сколько ты хочешь? 50 самородков. 100? Я дам тебе столько, сколько ты сможешь унести. Да кто ты такой? Ты что, хочешь сделать из меня идиота? Шевели своей задницей и делай, что тебе говорят. Иначе ты к золоту и близко не подойдешь. Теперь я могу пройти в лагерь? Послушай, мне нужно, чтобы ты выполнил еще одно мое поручение. Несколько дней назад я послал на болото Эдгара. Он должен был добыть для меня древнюю каменную табличку. А с тех пор его никто не видел. Узнай, что он делает, и принеси мне эту чертову табличку. Вот твоя каменная табличка. Очень хорошо. Ворон будет доволен. Я не позволю так... Ну что, теперь ты наконец я попаду в лагерь? Нет, я уже отправил туда Логана. Он был перед тобой в списке. И больше люди в лагере не нужны. К тому же теперь, когда Логана больше здесь нет, я смогу использовать вместо него тебя. Рано или поздно это должно было случиться. Я не позволю так обращаться с собой. Свинья! Я разделаюсь с тобой. Ах ты, жалкий ублюдок! Ты посмел угрожать мне? Тебе конец! Сид! Эй! Что там случилось? Я укокошил Франка. Так что? Значит, это теперь твоя забота. Заставлять этих лентяев выполнять свою работу. Эй, я здесь не для того, чтобы нянчиться с охотниками. Мне надо попасть в лагерь. Забудь об этом. Ты убил Франко. Теперь ты старший. Так делай свою работу. Если я старший, то я решаю, кто входит следующим. А я решил, что следующим вхожу я. Это не так просто. Мы никого не просили, так что никто не войдет. Торус может послать нового командира охотникам. Тогда там освободится место для меня.
Ты не отстанешь, верно? Ну ладно, тогда давай сюда. Торус позаботится о том, чтобы охотники не остались без командира. Чего ты ждешь? И не забудь взять кирку.